Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И я хочу постараться в конце каждого месяца делать такой небольшой отчет для себя и для вас, что же у меня закончилось из уходовых средств. Я давно разделяю декоративную косметику в виде пустых баночек, скажем так, уходовую косметику. И теперь у меня еще вообще отдельной категории будут идти всякие вкусняшки, бытовая химия, но это вообще отдельно-отдельно будет. Но именно в конце месяца я хочу снимать то, что у меня закончилось из уходовой косметики, чтобы не набирать огромные просто пакеты и рассказывать обо всем вам. Итак, давайте приступим. Первое, что я закончила буквально сегодня, это у меня пенка для умывания от корейской фирмы The Face Shop. И она идет с персиком. Если честно, какого-то аромата персика я не заметила. И все эти пенки, они по сути стандартные, потому что они все хорошо вспениваются, они в принципе удаляют макияж. Для меня пенка для умывания вот такого вот плана, это уже второй этап в очищении кожи. Сначала я пользуюсь либо мицеллярной водой, либо я могу воспользоваться гидрофильным маслом, но сейчас очень редко пользуюсь, но тем не менее. И второй этап — это обязательно пенка для умывания. Я не могу сказать, что вот это супер какая-то классная по сравнению с другой, которую я вам тоже покажу. Да, она, конечно, очищает, но даже после нее, когда я прохожусь еще тоником, бывает, я вижу, что какие-то загрязнения остаются. Хотя она дешевая, она, по-моему, одна из самых дешевых вообще из всех вот этих корейских пенок. Я не помню, 200 или 300 рублей она стоила, когда я покупала. Здесь я не вижу, какой объем, 170 мл. Ну, в принципе, стандартный такой объем, она идет для всех типов кожи. Она, если у вас кожа сухая, я думаю, что она высушит, скорее всего. Мою комбинированную кожу не сушит, но тем не менее, если потом не пройтись тоником или не нанести крем в течение 10-15 минут, небольшое такое стягивание я все-таки на коже ощущаю. Поэтому она такая средняя. Лучше всего, если вы вдруг никогда не пользовались пенками для умывания, то я вам советую, конечно, взять специальные приспособления, которые делают пену. Это, знаете, как мочалочки такие сетчатые, или есть даже ведерочки специальным дозатором. В общем, чего только на самом деле нет. Но, конечно, так пена получается густая, она более упругая, и лучше тогда, когда распенивается, меньше расходуется самого средства, нежели просто взять вот эту пену на руках, размылить и нанести. В принципе, я могу поставить из 5 ей троечку. Неплохая бюджетная, но каких-то чудес от нее ждать не стоит. И если сухая кожа, я бы ее не советовала. Если кто-то из вас сухой кожей или нормальной пользовался этой пенкой, обязательно напишите. Хочу узнать ваше мнение. Следующее, это у меня была уже такая миниатюрка, но у меня эта же пенка для умывания была в большом когда-то объеме. Это Etude House и это BB Deep Cleansing Form. И это вот уже намного сильнее средство, потому что когда после этой пенки для умывания я прохожусь с диском ватным, с тоником, да, по лицу уже каких-то загрязнений не остается. Мне кажется, она действительно неплохо вычищает из пор все, но она тоже может сушить все-таки кожу. И я знаю, кстати, немало людей, я видела отзывы тоже, кто ее показывал в своих видео, кто говорил, что она не нравится, потому что она стягивает сильно кожу. Мне абсолютно она не стягивает кожу, мне нравится больше, чем вот это вот от The Face Shop. Но, тем не менее, да, конечно, будьте аккуратны, если у вас кожа сухая. Вообще, мне кажется, со всеми этими пенками стоит быть аккуратным, сразу же наносить крем, какой-то увлажняющий или питательный, чем вы пользуетесь. Но так, здесь, во-первых, 30 мл, это такой travel size, удобно было брать с собой, что я, в принципе, и делала, и уже дома добила ее. Следующее, что у меня закончилось, это гель для душа от Faberlic с афродизиаками. И вы знаете, на самом деле, самый обычный гель для душа в таком небольшом объеме, 200 мл, ну, хотя выглядит, будто здесь еще даже меньше, я использовала как пену для ванны, потому что здесь аромат для меня неприятный. Какой-то слишком мыльный, дешевого какого-то мыла. Вот мне, честно, не понравился этот гель.
Он прозрачного цвета, и наносить на тело в качестве геля для душа вообще не было желания, просто как пену для ванны использовала. Вот здесь, конечно, работал на ура. Следующая масочка, почему-то я стала редко пользоваться сейчас тканевыми масками, не знаю почему. Ну вот я использовала всего лишь одну, представляете, за весь месяц. Это Тони Моли I'm Real. Очень нравятся мне эти маски, обязательно возьму себе еще. И это была рисовая маска. Мне очень нравится их форма, мне очень нравится, как они напитывают мое лицо. Они все с разным предназначением. Конкретно нужно их держать 20-30 минут, а потом кто-то умывается. Я никогда после таких масок не умываюсь, потому что мне наоборот нравится этот эффект на моей коже. И каждая из них какая-то очищает, какая-то придает сияние. Для меня эффект от них от всех, честно, один и тот же. Это увлажнение, хорошее увлажнение. Следующая маска тоже, это для глубокого очищения с вытяжкой грязи Сакского озера из Крыма. И я вам очень-очень советую вот подобные маски, если у вас есть возможность, чтобы вам кто-то привез, кто будет, допустим, да, на Крым поедет. Или если у вас есть возможность заказать через интернет, что касается именно непосредственно Сакской грязи, она хорошая, на самом деле так очищает поры, кожа потом настолько гладкая, по сути это глиняные, ну похожие на глиняные маски, то есть вот эта грязь, когда вы смываете, такое ощущение, что 10 слоев какой-то, знаете, вот поверхностной кожи, даже не кожи, а вот действительно слоев снимается, и кожа дышит, по-настоящему дышит, очень-очень мне нравится. Следующая это тоже маска, которую сначала я не взлюбила, потом на самом деле это уже вторая маска, которую я скорее всего повторю снова. Это Faberlic Garderica, драгоценная маска красоты. И на самом деле, чем мне нравится эта маска, она в такой стеклянной упаковочке, она очень хорошо придает коже именно тонус, она освежает, она делает, как-то выравнивает рельеф кожи и цвет лица. Она, у нее очень-очень приятный аромат, безумно мне нравится ее аромат, вот прям балдею. И это такая кремово-глиняная маска. И я вот смотрю сейчас, что здесь заявлено. Да, это маска для любого типа лица, даже для чувствительной кожи. Как я люблю наносить эту маску. Если я почистила лицо, то есть, да, там убрала какие-то черные точечки или какие-то прыщики, ну, что-то мне нужно было успокоить кожу, если я хочу, то я использую эту маску. Вот она с этой целью, она снимает покраснение, она очень-очень хорошо действительно как-то приводит в норму, и капилляры кажутся светлее, я даже не знаю, если честно, как это объяснить, но она потрясающая. И вот здесь пишут, она осветляет, придает коже тонус, усиливает микроциркуляцию. Вот я, пожалуй, соглашусь, кожа действительно выглядит более свежей, более такой отдохнувшей, более какой-то сияющей. Очень она мне нравится, и за счет того, что она кремово-глиняная, она не сушит кожу. И вот просто я сначала ее не поняла, а потом мне девочки написали: попробуй ее наносить, использовать чаще. Я стала пользоваться ей чаще, я в нее влюбилась. Ее нужно наносить на очищенную кожу тонким слоем. Мне этой банки хватает на 10-15 применений, ну реально, да. Хотя здесь всего лишь 50 мл. И я очень часто еще термальной водичкой поверх прохожусь раза два, потому что я не минут 15, а минут 30 сижу, чтобы она не засохла. Следующее, что я вам хочу показать, это мои любимые Stridex. Вы знаете, что я пользуюсь кислотами, в прошлом году я только познакомилась с ними. И я не помню, у кого я увидела, или просто на iHerb я увидела, салициловой кислотой, 2% здесь ее содержание. И вот такая пластмассовая баночка, стоит они около 400 рублей, как всегда в инфобоксе вы найдете всю информацию с ссылочками, которые я для вас найду. Здесь нет спирта. И что это такое? Это по сути, я специально оставила, чтобы вам показать одну штучку, это вот такой вот диск,
который очень, они пропитаны безумно, который пропитан салициловой кислотой, и жидкости очень много затопило из себя, и пульт свой от камеры, и все подряд. И таким образом, за счет того, что салициловая кислота, если вы не смотрели, посмотрите, пожалуйста, мое видео про кислоты, что для чего, но вкратце я вам скажу, салициловая кислота хорошо подходит для жирной кожи, для тех, у кого есть комедоны, какие-то высыпания, она изнутри очищает нашу кожу, наши поры очищает. Мне очень нравится, у меня после них не шелушилась кожа. У меня, я видела, как действительно улучшается в том плане кожа, что я еще делала внутреннюю чистку недавно в моем видео про косметику Faberlic, про весь макияж с косметикой Faberlic. Можно было видеть мое состояние кожи. У меня было много подкожных различных каких-то прыщиков, но с помощью кислот, с помощью внутреннего очищения это все вышло наружу, и сейчас у меня каких-то именно подкожных, слава богу, вот этих комедонов у меня их нет, и мне нравится, как на данный момент выглядит моя кожа. В общем, 90 штук это просто за даром. 340, кажется, рублей стоит. Обалденный состав. Вообще это Blistex фирма, но Stridex, я не знаю почему Stridex, может быть это фирма, может быть название самих вот этих вот дисков, пропитанных жидкостью. Я заказала себе их снова. Ну, вернее, еще не купила, а в корзину закинула, потому что я в восторге. Кожа это медленное такое очищение и отшелушивание, по крайней мере, на моей комбинированной коже ничего, знаете, такими слоями не отходит. Следующее, что у меня закончилось, это патчи под глаза от фирмы. Вот такая, посмотрите, какая классная упаковка была. У меня были такие же черные, я вам показывала. Это фирма Rainbow, корейские патчи. И они вообще идут гидрогелевые. Они были, если честно, не дешевые. Вот я помню, что это были такие прям дорогие патчи Sense of Care. Конечно, да, такая вся упаковочка раз такая. Внутри патчи были очень-очень хорошо пропитаны. И в данном случае они у меня белого цвета. Специально оставила несколько штучек, чтобы вам показать вот такие вот патчи. Классной формы на самом деле, потому что они прям вот под глаза. Но я не знаю, насколько будет видно. Они и на носогубки, и под глаза идеально. Так, это надо выкинуть сразу. Идеально они наносятся. И где-то примерно 20-30 минут с ними я хожу, разглаживается под глазками. Конечно, это временный эффект, но когда тебе с утра на выход или даже на съемку видео порой, а я там не выспалась, то я пользуюсь такими патчами. Но скажу честно, бежать и покупать именно их, нет, не стоит. От фирмы Petit Fee мне нравились все-таки больше. Здесь слишком много было жидкости. Я даже не могла ими пользоваться. Сначала долгое время я ждала, я уже потом перелила эту жидкость. Потому что наносишь, и они скатываются. Они соскальзывают, они не держатся. Нужно вот так вот лечь и лежать, и ничего не делать. Слишком были пропитаны, конечно. Но зато эту жидкость, я почему-то не догадалась, можно было наносить на лицо. Вообще любые патчи, их можно растворить в горячей водичке или в теплой, вот, не знаю точно, не пробовала так делать, и потом вроде как маску такую наносить на лицо. В общем-то, да, за ними охотиться смысла нет. Хорошие, но не какие-то прям особенные. Следующее, что у меня закончилось, я буду плакать, потому что мне это очень нравилось, это опять-таки Тая фирма. Я здесь ссылочку на видео вам оставлю, где я полностью рассказывала про уход от этого испанского бренда. И здесь у меня было 5 ампул сывороток для волос, для объема, против жирности. Очень они классные. Вот вчера использовала последнюю, мне прям жаль. Вот они у меня здесь вот находились. То есть это вот такая ампула 10 мл, в которой было. Специальная также пипетка, и по прядям на волосы я наносила. И на самом деле объема нет, никакого не придавалось, но волосы жирнились меньше. Мне одного тюбика в 10 мл одной ампулы хватало на 3 применения. Вы представляете, я так пострела, думаю, точно 3 показываю. Но очень-очень мне не нравились, если честно, думаю, может быть, даже я куплю. Ну, потому что прям понравились, подошли.
И последнее, что я вам покажу, это из, так скажем, шампуней, которые можно купить в магазине, пожалуй, единственный, который вот на данный момент, прошло сколько лет, а мне очень нравится. Это Эльсев, и это фибрология, создающий густоту шампунь для волос, лишенных густоты. Мне нравится безумно его отдушка. Я прям балдею с этого аромата, здесь 400 мл, на акциях в Сангистиле периодически беру, любит вся семья, подходит абсолютно всем. Мне нравится, что волосы очень такие разглаженные, но в то же время они действительно пушистые. Он отлично промывает волосы после масок масляных, просто... Если нужно помыть волосы, они блестящие, они ухоженные, они красивые. Ну, мне очень, я в принципе за своими волосами стараюсь так следить, конечно. Мне очень он нравится. Я не знаю, вот расскажите, пробовали или нет. Есть еще, кажется, что я никак не попробую, с глиной. Вот никак ни маску, ни шампунь, вообще эту серию не попробую. Но это прям люблю очень и очень сильно. В принципе, все я вам показала, средств было не так много. Мне вот самой было интересно, что я закончила именно в январе месяце. Пишите, пожалуйста, чем пользовались вы, что нравилось, не нравилось. Может быть, у нас с вами сходятся или не сходятся в чем-то вкусы. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока!